Всем привет! Хочу вам рассказать, что некоторые садоводники, содержа сад, за забором устраивают свалку, мусор, выбрасывая кусты смородины, деревья, яблони, груши, сливы, а также вишни. Но, может, не стоит засорять природу. Если вам надоели кусты смородины, сливы, яблони, то можно посадить за забором сада. Она не загрязняет природу, тем самым она создает пользу для птиц. Также есть виктории. От виктории идут пасынки. И эти самые виктории можно не выбрасывать, не гадить, а просто посадить за забором. Ягоды будут, пусть даже мелкие, но для зверей полезные. А также остаются лишние капусты. Вы можете посадить также за забором леса капусту. Конечно, зайцы могут почувствовать запах, когда начнут завиваться капустный качок. Но это даже и не важно. Тем самым вы не погубили капусту, тем более она хорошая и даже может дать здесь урожай. Пусть даже вы не успеете сорвать, да даже если вам и не надо, зайцы поедят.